Красавчик. Марк попадает в корзину практически с любого расстояния. 6 лет занятий баскетболом не прошли даром. Стал помощником тренера. Совершенствовал навыки на улице и в зале. Теперь ходить будет в новую секцию рядом с домом. Ребята хорошие. Я неплохо кидаю мяч в кольцо. В школе «Флагман» уже есть инклюзивная секция по тхэквондо. Но на этом организаторы не остановились. Открыли еще и баскетбольную. Сначала разминка, потом отработка упражнений. Здесь главное не победа любой ценой, а тренировки на равных. Сделать первый шаг. Обязательно спокойно, чтобы защитить и получить. Все видят? Они чувствуют себя именно членами команды. Одной единой команды. Поэтому если обращать на них хорошо внимание, навряд ли что-то получится. Просто он, зная небольшую скидку, там, где может не заметить, он не заметит. Инклюзивные секции дают возможность максимальной социализации коррекционной группы детей. Этот проект уже у нас функционирует около 4 лет, и мы максимально стараемся расширять. В секции 3 возрастные группы. Занятия для ребят с особенностями здоровья будут проводить по вторникам, четвергам и пятницам. На самом деле очень много плюсов, которые показывают, что действительно вот не только через инклюзивное образование, но и через инклюзивный спорт дети действительно и развиваются, и дружат, и социализируются в обществе. Впрочем, ребята смогут не только потренироваться, но и принимать участие в соревнованиях. А пока организаторы планируют расширяться. В округе откроют еще 17 секций инклюзивного баскетбола. Екатерина Крамер, Илья Павлов, телекомпания «Одинцова».